Так, рейтинговый матч, надеюсь, попадется Рэмбо. Пожалуйста, Рэмбо. Будь Рэмбо. Если не Рэмбо, будешь все равно, я тебя буду пиздить, как Рэмбо. Поэтому... Что-то он завис, блядь. Бля, опять этот Рейн. Фиолетовая, блядь, водяная хуета какая-то. С рыбёхой в руках, короче, чувак появляется из пизды, вы сейчас увидите, блядь. Просто такая водяная хуета появится, из которой он просто... Он ее разожмет. Ну, как родиться заново, блядь, не знаю, смотри. Вот. Он специально её убирает, чтобы ему стыдно не было. Костя уже антиэйрингу научился. Все, он пробил. Что это у меня ноги омыл, блядь. Омывание ног сделал. Ты можешь еще раз так сделать? У меня... Сука, и все тормозит. Это может у меня с интернетом что-то не так? Или у вас, ребят, блядь, это какое-то говно, это невыносимо. У меня удары не считаются. Чувак, блядь, пожалуйста. Даже добивать не стал, потому что, ну, типа, я так понял. Их приемы у Рейн очень уникальные. Один как этот... Как горшок смывает, короче, как из туалета, как бачок смывает водой, блядь, все на своем пути. Этот меня ножки прополоскал, блядь. Как он ножки смешно сделал. Че он до сих пор так не привык? Ну-ка наказать, наказать, сука. А, он просек, что я делаю. И просек, что я буду... Вот-вот он, смывающий прием. Смывающий прием и в завершение получает несколько порций, блядь, сюрикенов в глаз. Тут, по-моему, три раза, что ли. Причем у него два, как будто их. Что сделать ему? Не, он все равно сейчас реванш возьмет. Вот, поэтому вот, втором раза, и, типа, если так же все получится. Печально, конечно, на самом деле, все тормозит. Если бы количество нажатых кнопок выписывалось туда, типа, то видно было, что когда персонаж мой стоит, типа, а я нажимаю делать что-нибудь. Давай, следующий бой, чувак, не ссы. Рейн. Водяной. Как его назвать-то, блядь? Кусок говна. Респект за первый удар. Кому? Тебе? Нет, мне. Почему? Потому что... Хуя себе, что ты там сделал, блядь. За турбосмыв. Ха-ха-ха, мыл мне ноги водой, блядь. Сука, какая-то хуйня. Что это за прием? Когда его разрабатывали, что интересно, программисты друг другу говорили. Слушай, я придумал новый прием у Рейна. Какой? А он будет ноги омывать противника. Это что? Его спрашивают, ты что ты? Зачем ты это придумал-то вообще? Неужели это выглядит опасно? Да нет, он просто помоет ноги кому-то. Бля, он знал, что меня схватить надо. Придурок. Шкерился в кустах. Фил мой пенис. Смотрите, и фон тоже там водичка какая-то плещется. Он как в своей стихии родной. Как он ходит смешно, блядь, он все делает смешно. Помой мои ноги, пожалуйста, водичей. А то что-то я там по грязи прошелся, и это как вот. Кретин, блядь. Что ты хотел, блядь?
Я ему по ноге дал, у него вода вытекла из сапог, блядь. Вы посмотрите на повторе. Это же вообще какая-то дичь. Что ты, блядь, своими... Я уж понял, что ты после этого будешь делать апперкот. С этими апперкотами рыбными, блядь. Идиот, блядь. Даже с такого расстояния еще. Нет, ну это уж точно, блядь. Эти рыбные... А как рыбные в мерсе делаются? Он как-то по-другому? Смотрите. Крутая стратегия, да? Когда видишь, что противник начинает удар делать, появляется с другой стороны. Из ботинка просто вода потекла вообще. Чудо, парень. Из вагины появляется. Блядь, Mortal Kombat. До чего мы докатились?